Харьковчане ограбили одессита. Отвечать за содеянное гостям города придется в тюрьме. Трое мужчин составили и воплотили в жизнь идеальный план. Самый молодой, 35 лет, ждал в машине. Его 36-летний сообщник следил за жертвой в почтовом отделении, а 46-летний, между тем, сломал «Мерседес» и вытащил 300 тысяч гривен. Затем троица помчалась тратить деньги в родном Харькове. Вот только все шоу зафиксировали камеры, и к ним в гости пришли полицейские. В квартире подозреваемых, кроме финансов, обнаружили другие предметы, а также орудия преступления и средства маскировки. Теперь копы выясняют, кто еще постраждал от действий банды. Одеські поліцейські затримали жителів Харкова за підозрою у викраденні більше 300 тисяч гривень з автомобіля «Одесита». Зловмисники ретельно спланували крадіжку і реалізували її, коли потерпілий заїхав до поштового відділення на Київському шосе. З викраденими грошима чоловіки поїхали додому у Харків, де їх розшукали працівники одеської поліції.